Так, всем привет-привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик. И, друзья, нас уничтожили, наш дом. Вот эти супер-мега какие-то опытные чуваки. Сейчас он взорвется. Бу-бум. Это ты чего? Убил? Даниил, я же тебе сказал, сложи в сундук всю эту хрень. У вас динамит еще остался. Какой динамит? Это не наш. Да? Это подарил я. Даниил, ты вечно ресурсы просираешь. Я все сложил, сундук только так выходил. Все тоже так делаете. И броню вот тоже сложили. Вот алмазный меч тут. Да. Все, да. А, ладно, я снимусь все с себя. Ой, вот. Блин, короче, неорганизованная команда у нас какая-то. А зато у врагов организованная. Походу, это наши подписчики. А, все. Походу. Что там, первый раз. Говорят, что я трускин. Как я смогу с ними ПВПшиться, если мы не готовы к войне? Офигели, что ли? Перерыв. Я смогу ПВПшиться сейчас. Как они все разломали? ПВПшься. Динамитные пушки ихние хреновые. Понастроили тут всякого говна. Опять динамит. Ой. Оу. Вон там, короче. У меня нет вообще ничего. Они полностью наш дом и нашу территорию все разломали. Это не наша территория там была. А, я вообще застрял где-то. Вот как называется неорганизованная банда. Блин, нам не хватает этого доми, с которым мы, помнишь, снимали в первое видео? Ага. Первые два видео. Да. Сейчас он вообще на... Клан варовом сервере. Блин, подписчики, давайте заходите, нам нужна ваша помощь. Нам нужно развиться. Блин, будет неплохо задонатить хорошую сумму. Ой, тут сюда люди, по-моему. Ой, сколько. Ой, тебя там это бьют. Да, он слегка. Мы им ничего не можем сделать. Это, наверное, это подписчики твои, да? Не знаю. Они хотят до конца нас доломать. Напиши мир, чувак. Сейчас. Смотри. Сейчас сорвется. Да. Тупой какой-то, блин. Динамит поставил и взорвал. Блин, разломали наш дом. Ужас, ужас. У меня аж сердце. Мы его строили столько. А, вот смотри, сейчас запустят. А, в другую сторону запустили. Они что-то копают. С плащиками еще засранцы. Пойдемте искать место для нового дома. Пойдем сейчас обратно. Пойдем. Вещи брать из сундуков. Не, ничего не бери. Настя, пошли со мной. Пошли. Будем по новой развиваться сейчас. Только пока координаты не давай. Настю заткнули. Угу. Все отключили чат. Как? Почему? Давайте пока не будем давать координаты. Развинемся так хорошо. Ну да, разовьемся. Ну да. И вообще нужно беспалевную базу и из очень прочного материала делать. Штаники так. Адский камень. Типа такого. Давайте... Надо еды взять вообще. Хорош болтать. Давайте найдем гору и туда заныкаемся. Внутрь горы. Подожди меня, я не успеваю немного. Дайте, я вижу. Все. А я еду не взял. У меня еды нет. Я тоже ничего не взяла. Сейчас мы возьмем. Возьмите там самое необходимое что-нибудь. Хорошо, сейчас. Подожди меня. Сейчас. А мы уж убежали. Да, мы не тебе. Так. Рыбка. Динамит надо обязательно взять. Да, ну, берите. Пустыню я нашел. Давай, ты динамит взял, да? Да. Сейчас нам главное не попасться. И зачем они берут вещи и сейчас просвет опять? Ты, мы аккуратно. Кто это чикает? Это я золотое яблочко съел. Это я. Дай мне одно. Ага. Как они нерационально тратят ресурсы. Нет, я в другую сторону вообще побежал. Зачем, а где вы? Золотые яблоки. Ну это чтобы на всякий случай. Что, думаешь, тебя не убьют? Да. Блин, я алмазную броньку одел. Пошли, все, это давай. Должна быть фуловая алмазная бронька с максимальным зачарованием, чтобы ты хоть что-то мог сделать. И еще фуловый меч. Куда нам идти? На 30 левел. О, Настя, видишь вон там горку? Ой, ё. А? Видишь вон там горку? А, ага. А, аккуратно, спас 10 там... хочет наш этот.
Аккуратно иди только здесь. Чё хочет? Ну, в нашу фракцию войти. А, это вред. Подписчик. Хотя, по идее, песчаные горы, они сыпаться будут. Нужно нормальную гору найти. Ой, там что-то построено, по-моему. Или где? Нет? А, вон. Мы гуляем по миру, ищем место, где мы сделали. Да. Ну, вы... Ты сможешь нас тпшнуть потом? Нет. Тут я могу тут, по-моему, поставить. Нельзя тпшнуть, по-моему. Будем искать, короче, новое место для базы. Главное, она... координаты. У меня уже еда кончается. Я вам скинул. Уже закончилась почти. Ну, даже давай мы пока побегаем, подобываем ресурсы. О, смотрите, деревня! О, давайте обворуем. Это нормальная деревня. Давай. Это класс, это класс. Я не могу картошечка, бегать, у меня один кусочек еды. А у меня три кусочка. Ты богатая. Только кактус. Хоть бы там еда была. Нет, там кузницы не будет по-любому. И куда ты пропал? Еда по-любому. Жителей нет, вообще никого нет. Все разграбили. Еще нету. Спасибо. Грабители. Хоть бы одну картошечку. А, меня тут будут сейчас бить. Да. Это, Скорпион, можешь не комментировать, что тебя будут делать. Хорошо. Да. Нам как-то... Так. Вообще ни хрена нету. Не то, что кузница. А в каком биоме? В песчаных нету кузниц. У верстак я вижу. Вообще ничего не оставили. Полностью ограбленные деревни. Даже жителей нету. Даже жителей нет. А, что-то вижу. Все, у меня еда закончилась. А, кидстарт же можно написать. Давай кидстарт пиши, Настя. Да? Сейчас. Ой, на русском. Кид. О, все, я взял. Я тоже. Кожаную хрень. Ой, кактус, отвянь от меня. Сейчас погодь меня. А, у меня алмазные ботинки до сих пор. Да, ладно. Ой, нашел гору без палева. Да, вообще нам нужно, знаете, ребят, подводный дом делать. О, ну я это в первой серии предлагал. Да. О, колбочка. Кто-то просрал колбочку. О, бухло. Хочешь бухнуть? Да. Хотя нет, у меня полная. На, побухай. Я не смогу. Сможешь. А, смогу. Все, набухалась. Блин, здесь вообще никого нет. Привать не хочу. Вы где? В песчаном биоме. А пусть подписчики могут найти и типа найдут и молодцы. А как они найдут, если мы им координаты не скажем? Не скажем. Сами пусть попробуют найти. Слышь, погодь меня. Нашли, от них нас убили всех. Да. Даже я уверен, не первые. Так что лучше не стоит. Угу. Ой, деревню нашел. Да ладно. Песчаную? Да. А это, по-моему, ну, мы в ней были. Наверное, а вы в какую сторону пошли? Да. Не знаю. Мы в лете. Ой, я тут место нашел воды, здесь есть вода много. Это гений. Туда. Подожди меня. Да вообще ничего нет. Чё за издевательство? Вот, мы говорили. Я вперед, короче, пошел. Куда? Вперед. Вон там я что-то вижу, какие-то столбы. Ля-ля-ля. Смотри, чей-то верстак, Настя. Ай. Гриферим. Жаль, сундука нет с вещами. Ну да. Можно дерево нарубить пока, Настя. Давай, короче, Настя, вместе вот здесь что-нибудь сделаем, потом запривать. Го. Я вот приболела только. Ничего страшного. Что вы собираетесь делать такого? Мы работаем. Мы пашем, не работаем. Впервые зашел на сервер. Это все мои подписчики заходят, по-любому. Потому что вчера так никто не заходил, помнишь? Ага. Хоть бы помогли.
Но они через некоторое время только разовьются хорошо, чтобы алмазы всякие набить, все такое. Только тогда смогут помочь. Так. А, это ты, я думал, это житель. Че, я похож на зомби-жителя? Какой зомби? На жителя похож был. Думала, житель. Пойду в клан, пишут все. А вы море проходили? Да. Нет. Мы не проходили море. Мы, короче, на краю обычного биома, ну, степи. Лето и зима. Лето и зима. А, ну я тут рядом, на краю такого биома и зимнего. Ребят, старайтесь не перебивать, когда я говорю. Ты куда упер? Добываю лес. Далеко не уходи там. А ты где? Я вот тут, где ты только вон, что был, я вижу. Там. Копает она там дерево. Добываем. А, вот это. Жаль, курочек нету. Курочек? Угу. Да, нету. Так. Знаешь что, давай найдем хорошее место для базы, Настя, пошли. Ай. Мы уже добыли нехорошее количество ресурсов. Подожди. Начальное. Потом мы зайдем на нашу основную базу. На какую? Ну, там, где сундуки. А? Или Даниил принесет все вещи. У меня, кстати, тоже половина. Не надо ходить с вещами. Вас убьют, и вы потеряете все. Да, мы вообще далеко здесь. От дома. Так, пустыня. Угу. А можно до края мира зайти и там построить? А тут я есть край мира? Да, тут есть край мира. Я видел главную базу, она построена была на краю мира. Да. В принципе, можно тоже на краю мира построить какой-то домик. Полегче, чувак. Ты успеваешь? Застряла, да, ну успеваю, но... Я единственный поход не могу найти. Ой, я лес нашел. Ну мы уже далеко убежали оттуда. Да ты вряд ли нашёл. Ты вещи забрал, Даниил? Да. Блин, ты еще просрёшь их. Да не просру. Я золотыми яблочками бегаю. Тут там дом чей-то. Где? Вон она, каменный. Каменный видела вон там. Пойдем позырим. Так, мелькнул. Что-то. Вон она, да. А, вон. Тихо. Это наш дом! Это наш! Где мы гуляли все это время? А ну подождите. Сейчас на хом тпшнемся. Да, сейчас мы тпшнемся. Подожди. Мы так долго бегали и вернулись к своему дому. Дом нас не отпускает никуда. Ну да, мы вообще там никуда бегали. Все забрали здесь отсюда. А как наша арбузная ферма? Надо посмотреть. Там нужно очень много быть ресурсов. Надо еды, кстати, взять. О, арбуз. Нифига, сколько арбузов. Настя. А, точнее, Даниил. Че? Зайди с другого края, начни добывать арбуз. Дайте кирку. С другого края начни. Какая кирка? У нас ничего нету. Мечом надо рубить, а не киркой. Так быстрее. Окей. Нечего. А у меня меча нет. Мы их будем продавать потом? Да, потом скинемся и продадим. Потому что деньги, они не пропадают, а арбузы пропадают. На деньги потом еще арбузы купим. Старайтесь добывать не все в одном месте, а по-разному. Угу. Давай я соберу. Хреновый мы бизнесмен. Все разломали у нас. У тебя деньги еще остались? У меня, да, около 2000. У меня ноль. Так, все ничего. Арбузы, которые накопаны, в сундук складываем, ребят, вот здесь. Угу. Рушить их, да? Не трогай, пусть растут. А, вы здесь расширялись. Угу. Сундук складываем, вот здесь сундук. Нет, не наверху, а внизу, да. Сейчас посмотрим, сколько. Все, что ли? Нет, еще. Нет, сейчас. Тут еще повырастает. Все мое. Богатство. Не быстро вырастают. Ай! Этого мало.
А вот еще выросли. Арбузики. Дима. Ау. Сложи. Ну ладно. Входит. Че ж себе все взял? Потому что тут у главного все должно все храниться. Все, я на базу. Все сложили? Да, да. Значит. Да. Тут еще немного. Они растут тут просто. Так, я на спаун продам. Да. А я тогда эти себе возьму. У меня бухло есть. Бухло? Ты колбочку сейчас не вернула, что ли? Вот так. Бухаю. Кому тебе надо бухать? Угу. Дима. А. О, алмазные шорты я нашел. Кто-то потерял. Где? Шорты. Дай мне шортики. Адидасы. Адидасики. Адидасики именно. Я тебя испугал. Почему-то? Почему он весь алмазный? А, он весь в алмазе, в алмазном. Кто? Вот этот Данил 5753. Весь в алмазном. Охренел. У меня 4000 баксов. Что ты сейчас покупать будешь? Ничего. Что? Да, ты купи мне медь. Охренел. Ой, я упал. Он весь фулл в алмазном. Мой. Вот поэтому я говорю, меня никто не убьет. Пока что. Еще ему отдавать что-то. Его никто не убьет, вы чё? Ну его даже золотыми яблоками забьют. Да. У него же не суперские золотые, а обычные. Зараза, заметил. Можно на спаун сейчас сходить, зачаровать их. Угу. Надо вначале опыт купить. Ребят, вы вообще не так неправильно думаете. Просираем ресурсы. Нам нужно базу построить и развить огромную-огромную ферму. Без этого никак. Я пока дом хоть чуть-чуть установил. Я вообще молчу. А, Данил, вон, отстраивай дом, молодец. Так мы будем на этом... Нет. На этом будем развиваться или другой искать? Сказали же нет. Так, ну Данил отстраивает, молодец, хоть как-то. Может отстроим, да, свой дом? Ребят, все сюда давайте отстраивать заново. Слушай, я могу сейчас продать арбузы, у меня стак. Я тебе говорил, мне скидывай. Я сейчас еще собирала. Тогда не продавай, а дай мне, в сундук положи. Я, короче, все вещи скину в этот сундук. Давай. Все. А эти мои будут. Да, давайте. Можно? Помогайте восстанавливать дом. Ага. И давайте заграждение сделаем в этот раз хотя бы нормальное. Сделаем, не волнуйся. Чтобы со второго хотя бы раза. Давайте, может... А камень могут этот динамитом взорвать? Да. Интересно. У нас же был камень. Угу. Вот он, шестак. Да, и камень есть еще. Просто такой да. Блок, который... А, я. Так, пойду-ка я куплю булыжника. У нас есть булыжник. Березы, кстати, еще надо. Ну, точнее, березы куплю. Да, березы купи. Пока что из этого будет. Нет, лучше из камня делать вот стену. И кирпича купи. Это офигел. Кирпич дорогой. Нет, не надо. Нам чуть-чуть-то надо. Ой, вечно. Молочка можем купить. Окей, надо чуть-чуть по-другому. Вот они, кирпичи, березы. Береза обязательно нужна. Да. И стак купил. Что еще тут? Кирпич. Камень и супер камень. Можно камень. Замшелый булыжник можно купить. Ну. Жалко, нет материала, который динамит не разламывает. Обсидиан. Ну, в принципе, обсидиан есть, но его добывать очень долго. Обсидиана на сервере нету. Обсидиан. На сервере нету обсидиана, ребят. Ты это им говори, а не мне. А ты можешь им передать. Обсидиана нету, ребят. Спасибо. Так, тут для зелья варенья всякая хрень. Чё ломаешь? Лучше достроить всё. Нет, я... Давай я тебе дам так... На тебе булыжник такой. Чё не... А почему не ставится блок? Это... Так, потому что лестница. На тебе такой булыжник. Я придумал гениальную идею. Настя. Давай мне всё, что есть. Давай, на тебе булыжник, на стак.
Спасибо. Я просто сейчас из камня все делаю. Хотя бы. Сейчас мы красивую красивый бункер сделаем, ребят. Я сейчас Давайте нахожу. Двойные стены сделаем. Ничего, вы просто восстановите, как было, а я сейчас доделаю. Мы уже все. Мы уже почти все, да. А пол? Береза пол? У вас была? А пол березы нужна, пол березы нужна. У нас нет березы, Кто да. будет восстанавливать пол, я тому березу дам. Я. Давай я. А нет, вас нет может... никого здесь. А мы на нет. крыше сейчас. Настя, иди сюда. На, восстанови пол. Теперь моя давай. Гениальная идея. Не мешайте, главное, и наслаждайтесь. Настя, дай мне половину берез. Я помогу. Так, кто-то мне нужен помощник. Давай я. Дима. Да. Смотри, я ставлю замшелый булыжник, ты ставь потом на него факелы, как здесь. А, хорошо, давай. Понял? Так, мне факелы нужны. Можешь выбить все факелы, которые Ай. Видишь. Выбивай давай все. Давай я для начала выбью, а потом уже все понараставляю. Да. Молодец. Двойные стены. А лучше тройные вообще сделаем. Нет, я вот с этой стороны делаю стены. Снаружи тоже делаете, ребят, кто-нибудь. И из любого материала, можно даже из земли. Но лучше из чего-нибудь попрочнее. Из камня давайте. Или через двух. Один ставить, да? Факел. Ну, может через один, да. Железные решетки можем поставить, ребят. Ну, снаружи. Помнишь, как это? Да. Как помнишь, дерево у то. Обезьянник. Я эту серию смотрел. Короче, у нас сейчас будет супер укрепленный бункер. В принципе, возможно. С первого раза его не разрушит теперь никто. Ну, с первого, да. Со второго, может быть. Да. Посветлело как-то в домике. Ну, как обычно. Будь здоров. Как обычно, все нормально. Спасибо. Хоть один сказал, будь здоров. Будь здоров. Будь здоров, ваше величество. Мы сидим на колени, ваше величество. Так, ну ладно, крышу пока не буду блокировать. У тебя есть булыжник? Нет, он только замшелый. И то его может не хватить, мне придется опять наспаунить. О, красиво! Мне вот этот камень нравится, красивый. Тебе понравилось, Настя? Да. Мы как будто, знаешь, в потерянном бункере таком. Замок. Такой старинный замок, да. который оброс мхом. Ага, мы сейчас все полностью сделаем красиво. А лучше в три слоя. Кто-нибудь снаружи тоже помогайте покрывать. Таким? Нет, другим каким-нибудь. Камнем, булыжником, чем угодно. Слушай, чувак, давайте я дам камень. Ой, булыжник. Давай. Я тебе еще могу, в принципе, камень дать. А мы можем, давай. Знаете, гору построить? Какую гору? Ну вот сверху мы, короче, сделаем землю, все такое. О, прикольно. И типа это гора. Тебе понравилось? Да. Ну да, будет прикольно. Я не поняла. Так, можно еще. Только темно. Так, кто? Иди сюда, Данил. А? Давайте я освещу. На, держи. Помогай покрывать. Потолок, главное, покрой. Тогда давай я оттуда начну. Скоро. Темно слишком. Освещу пока что на время. Красиво освещайте через один. А булыжник ломать? Булыжник? Нет, сверху. Снизу, точнее. Мы должны двойные и тройные стены сделать, иначе у нас убьют. Окей. Печки оставишь. Давай. Кстати, в печках булыжника много. Вот так, вверху печек можно. Упс. У тебя факела есть сейчас? У кого-нибудь? У меня один. А не, 64. Так, я нашел факелов. Ребят, их тут много. Мешаете иногда. Вот сюда, в серединку поставь. Ох, да. Как красиво. Да, ничего а так. А вот эту печку надо убрать, она не в тему. Еще снаружи так, и вообще будет круто. Вау. Ой, так, еще так, факела. Так, Настенька, видишь здесь вход в шахту? Где? Ну, в наше овощехранилище. Сделай его красивым, хорошо?
Ага. Сейчас вот тут дырку сделаю. Не-не-не, так лучше не делать. Дай мне еще булыжника. А у меня уже нету. Купи на базе, у тебя же бабки были. Были. Да сплыли. Да. Вот только хотел сказать. Не надо говорить только, как я. Надо, нужна земля в больших количествах. Она есть в сундуках. Да, там дофига ее. Вот чего-чего, земли дофига. Сбросьте кто-нибудь. Кого? Землю. Сейчас брошу. Все. Я застрял. На самом деле красота. Я сам не заметил, как красиво получается. Еще снаружи и вообще будет классно. Снаружи я еще железом покрою все, так что не тратьте ресурсы. Спасибо. А, ну в принципе тяжелее пробьет динамит, ну да, будет хорошо, так красиво. Так, арбузики есть у кого-нибудь? У меня есть 12 штук, 64 стак. Сундук, давать? Сундук, все, сундук. Я один стак сейчас из сундука возьму. Какой? Любой сундук, главное, чтобы потом сказал какой. А, все. Все скидывай. Молодец. Все, все скинул. Бери. Молодец, я вижу. Так, внизу есть арбузики? Нету. Есть. Настя. Арбузы. Выросли. Почему не сделала? Я тут реставрировала землю. Я же тебя попросил сделать вход красивым. А, сейчас сделаю. Давайте арбузики добываем и сундук, который внизу. Настя, ты лучше вход сделай. Угу. Здесь опять кто-то выбил. Так. Береза есть. Да, немножко не продумали. Ничего, сейчас продумаем. Вот кто это взял, перешел сюда, не добув до конца. Так, ну все вроде. Сундук, ребят, все. Сюда. А, у нас же вон еще, да, сундук. Там есть еще что-нибудь? Внизу сундук. Все арбузы сюда. Сейчас продавать. Все. Так мало? А, вон. А, у тебя сколько? 24. Че так мало? Вы что, охренели? Вы нажались? Жали арбузы? Ладно, я Че, у меня стак был. Я тоже на спаун пошел. Зачем? Там меч хочу купить. Ты дебил? Какой нахрен меч? Мы еще не построились. Окей, что надо купить? Мне просто деньги остались. Возьми, короче, замшелый булыжник. Окей. Настя, ты где сам? Да, тут. Настюшка, ты сделала? А. Угу. Только вот вместо нормально. Земли вот этой надо этот поставить. Давай булыжник. Давай я тебе дам. Или сам сделай вот. Вместо земли сам. Вот этой вверх. Где он? Угу. Он наверху, на верхнем уровне. Тебе яблоко надо? Золотое? Да. Не. Я с тобой пошел. Лыжник вместо земли. Так, я сейчас сгряну, по-моему, там. Надо еще мотыгу взять. Ну, что еще такое? Так, ну, вроде красиво получается. Естественно. Красивее, чем было. А, вот он. Ты нашел меня? Да, я с тобой бегаю. Вот они замшелы. У нас такой, тут уже да, немножечко подросли арбузы. У меня только один стак хватило. Хоть что-то. Сейчас. А, нам железо еще нужно купить. Где железо? В сундуке железо. Не, нам нужно очень Иди. Много. О, кто-то здесь потерял ресурсы, я подобрал. Ну, как обычно. А, вот железо. Угу. Подбиральщина. Не, он не дешевый. Подбиральщина. А, это продать. Нельзя. Жесть. Железо нельзя покупать. Ужас. Нам морковка надо. Морковку тоже нельзя покупать. Ну, продавать. Она дорого стоит так. Да. За стак. Все, я домой поехал. Я тоже домой. Ну все, я еще стак арбузиков здесь подобывал. Так, кто не занят делом? Я добываю. Ну давай, что? Говори. Железо нужно. Но у меня есть 21 штука железа. Кто это так криво ставил все? Где? Даниил. Я поставлю сейчас нормально. Ёжик, на тебе железо ж надо? В сундук. Ага. Все, хорошо. Все,
все железо в сундук. Оно нам пригодится скоро. Так, арбузики, железо. В принципе, у нас железа пока хватает. Настюша, откуда у тебя замшелый? Подобрала, сори, нечаянно тут. Так, мне кирка нужна. Нашла я, короче. О, красота. Теперь крышу делаем. Я поставлю сюда блок. Все, у меня не кончились. Замшелые? Да. Да я могу дать на. Давай. Может, давайте. Я... Эй, что здесь за барахло вы поставили? Не нужно это тут. Может, давайте арбузики в отдельный сундук слаживать, а то у нас... Внизу есть отдельный сундук для арбузов. Ну давай я тогда все туда перенесу. Давай. Блин, на самом деле, наконец-то мы красиво начали строить, не то что раньше. Надо потолок поднять здесь, внизу. Это неудобно. Не, да нет. Все придется изменить, все, придется все. Капитальный ремонт, короче. Да. Типа там. Блин, я тут... Мы замшала. Я тут пока арбузиков подобываю. Добывай. Кто это свободный тут ходит? Иди освещай, Настя. Настя. А, она отключилась, походу. Давай я сейчас проверю. У нее вечно интернет плохой. Сейчас я проверю. Ничего, сейчас, через пару минут обычно входит. А, да, у нее тут соединение что-то плохо. Кто-то криво накрывает потолок, после него еще раз перекрывать приходится. Чё, я ровное выравниваю ага, его. Ага, я все дырки затыкаю вместо тебя. Нет, я согласен, но я просто быстро иду, они остаются. А, вот так типа? Да, вот видишь, они остаются, я случайно лишнюю ломаю их, затипаю. Понятно, ты снаружи покрыл чем-нибудь? Снаружи, там один стак этот, два. Булыги. Один стак булыги? Ой, одна стена была на где? То, что было? Нет, я еще одну дополнительно поставил. Да? Ну, молодец. Вы когда были в деревне, там не было морковки? Не смотрели? Там вообще ничего нет. Там ограбили все. Понятно. Не заплачь только. Хорошо. Так. Что дальше делать? Ну, закончим, сейчас подумаем. Все, закончили? О, неплохо. Два стака. Согласен, только свет не хватает. А вот это что за дырка? А, понятно, это вход в шахт. Это она типа красиво сделала? Может, из редстоуна сделаем посередине? Что? Освещение. Ну, можно купить вот эти лампы. Кому факела надо? Так, я хочу на руку. Давай мне. У меня их много. Тебе все, да, давать? Дай мне полстака. Я пошел в шахту. Давай. А, сейчас золотые яблочки выложу. Так. Тут еще стак факелов. Давай я потолок освещу сейчас. Это ты так сделал крышу? Я крышу не делал. А говорил еще один слой. Нет, я в смысле сделал слой. Так, булыжник где? Он кончился. Ну, у меня есть булыжник, дать тебе? Все в сундук, а не мне. Не, ну ты же так сказал, я думал, тебе надо. Ну, конечно, мне, но я люблю из сундука брать. Ну, ладно. Я не беру вещи из рук. Они грязные. Они грязные. Куда ты сложи? А, вот булыжник я нашел немножко. А где еще? Все, что ли? Ну, да. Так, ребят, тогда в шахту. Я новую шахту начну. Закрою себя. Не, у нас, конечно, очень мало булыжника, не хватит. Так что добываем булыжник очень большими темпами. А нам уголь нужен? Ну, не очень, но может пригодиться. Так, тут как-то факела так криво стоят. О, все.
Так. Взял, грохнулся. Да ничего. Как дела продвигаются? Нормально. Настюшка припёрлась. У меня что-то интернет вырубился. Мы так поняли. Не как всегда. Я ничего даже не трогала. Как всегда. А, ну это ж 5-секундное дело. Да, я все сделала. Как всегда. Ты уже... Ты ее уже знаешь наизусть, да? Ага. Я... Он мне в кошмарных снах уже снится. Он меня в кошмарных снах. Ты дурак? Ты больной, что ли? Больной. Это что сейчас было? Что сейчас за панический... Это что сейчас... Это что сейчас за психодуропатия была? Психодуропатия? Это новое слово выучила. В школу пошла вчера, наверное. Да, наверное. Я таких слов даже не знаю. Настюш, ты чем занята? Ничем, я в игру вошла только. Иди дуй на этот, короче, по-быстрому. Помогай ребятам добывать камень. Камень. Булыжник? Да. Тебе кирка надо? Нет, Настя. Не надо. Нет. Все, у нас булыжник закончился. А где твоя шахта? Где ты ее начал? Вот моя шахта. А вообще, куда идти? В какую шахту? Ёл. Вот. Где арбуза? Да я понял. Я не знаю, где ваша шахта, чуваки. Спускайся, где арбуза, там сразу найдешь. Да, сразу где лестница. Да. Где арбуза? Я на улицу пошла. Иди сюда. Иди сюда. Иду. Вот наш домик красивый. Вот сюда входи. Она незаметная просто. Да ничего не было. Вот булыжники. Алмазы. Давайте в разные стороны копаем. Так, ребят, давайте прямо по бокам. Булыжник у нас есть, добывайте ценные ресурсы. Железо в основном. Я пчел. Алмаз. И сразу плавьте, вот здесь у нас печки есть, уголь есть. О, железо нашел. Я хочу алмазы. Нет, нам железо нужно очень. Очень много. Может, из железных блоков сделаем? Офигел. Где ты найдешь такое количество железа? Не знаю. Охренел? Думай башкой. Башкой. Это ёжика слово. Нет. С какого перепуга это его слово? С какого перепуга? Он чё, его себе его взял? Слово. А? С какого перепуга это твоё слово? С какого... Нет, это не моё слово. Опять кобянешься. Это я кобянюсь. Как маленький ребёнок опять. Как маленький ребёнок. Ёжик, что там за шутка была? Настюшку шприц в ушко что-то? Настюшка! А ты что повторяешь? Шприц в ушко! Настюшка! Больные все! Ты не посмотришь, одни тупые больные! А когда люди обычно так говорят, на самом деле не все неплохие, а она сама какая-то не такая. Ой, я такой умный стал. Ага, я всегда таким и был. Чё, нам булыжник нужен? Да. Не, булыжник уже не нужен. Нам сейчас надо много металла. Да, металл. Какой металл? Ой, шахту заброшен нашел. Молодец, там много металла. Вон, да, спускайтесь по пещере. Ты о чем, мальчик? Металл? Металл. У Настюшки ПМС. Охренел? Охренел. Мы, кстати, в ней не были в прошлых сериях. Это совершенно новое. Да? Тут, правда, заплевачено на некоторой территории. Ой. А кем заплевачено? Я не знаю. Ну там написано будет. Ой, я дощечку нашла. Инсайдл. А, это вот этот. Это этот чувак, который убился. Это мой подписчик, кстати, по-моему. Вот до сюда. Можно. Да, вот. Я золото нашла. Не, мы там... Блин. Молодец. Что-то яблоки мы расслабились. Железо, ребята. Я железо нашла уже. Молодец. Это бывает. У меня 16 штук только. Нет, ну что, где тут выход? Мама. Так. Ты не туда, по-моему, а не сюда. Так. Ой, изумрудики. Изумруды тоже нужны, они продаются.
Я нашла один. Они, одну штучку. Они, по-моему, дешевые, да? Лина. Или Найн. Не очень дешевые. А и уголь нужен? Тоже добывайте, он тоже продается. Я знаю. Так. А уголь? Уголь, да, тоже добываем, просто пригодится. Так. Ну, приоритет железа, ребят. Нам нужно очень много железа. Да, да, все в курсе. Ну, если у нас не будет много железа, много решеток железных, то мне придется накрывать дом землей. Маскировка. Вода. Ненавижу воду. Я тут, походу, еще одну шахту нашел. Хотя копировать прикольно. Вон, иди на низ самый, куда я рыл. Кто кого копирует? Подожди, я сейчас. Не копируйся, Настя. Задрал. Настюшка, большое ушко. Успокойся, тебе чё, укольчик сделать? Настюшка, шприцушка. Укольчики она делает. Я, кстати, это в комментарии еще прочитал. Ну да, а мне Настя сама сказала. Чё? Блин! Да, доел уже. Тут шахта большая. Чего? Мы, короче, укрепили дом. Я вообще огромную шахту нашла, просто... Просто жесть. Кстати, здесь шахта, и здесь факелов много, кто-то пораставлял. Нет. А, моей... походу, я там был. Нет, тебе в том дело, что и не так. Было. Ты металла вообще нет. Огромная. Сейчас посмотрим, сколько у нас железа. Если у нас его очень... О, блин, внутри красиво, а снаружи говно. Угу. Как обычно. Замшелый булыжник, вообще классная тема. Так, я что-то не вижу железа, вы все его разбили. Сказал же, это я тут был. Я взял тебя. Да? Ты железа много пропускал. Я потому что не в ту сторону шел. Вон, видишь мой выход? Я тоже много железа нашла. Сейчас посмотрим, сколько железа получится из этого. Блин, заплевачено все. Я шахту еще. В принципе, у нас может хватить. А, не, не хватит. У меня сейчас 26 металла. Какой металл? Вы о чем? Железо — это металл. Ты что, не знала? Железо — это железо. Железо — это... Железо — это металл. Вот именно. Кстати, у нас много железа нужно. И как можно быстрее. Сейчас я попробую покрыть. Ну, я хочу покрыть решетками весь наш дом. Железными. Он будет, он крепкий, крепкий вообще. Дима, спускайся вниз. Ну, я тут уголь. Они задолбаются нас потом рашить. Все, я спускаюсь сюда. Рашить. Че? А ты вообще где? Куда ты? В какую сторону пошел? Я шахту вот огромную нашла, не знаю, спускаться в нее. Тут лава есть, короче. Возможно, где лава, там есть алмазы. Но я сейчас в данже бегаю. Так. Здесь тут мобов не будет. Кажется, нам не хватит железа. Да я добываю, чувак, хватит, все. Тут вообще мобы есть. Вот-вот я там уже. О, золото, круто. Кстати, я вижу чей-то ник там вверху. А, это Дима. Да. Это мой. Или Дима, или мой, или его. Фу, я уже свое имя. Мы с Димой там вместе копаем. А, ну, я вообще в новом месте копаю, здесь никто не копал еще. Надо, короче, поменьше делать пазу. Чтоб ее легче было строить. Да. А то я уже надоело мне строить. О, железо. Жаль, его нельзя купить. Привет, железо. Ай, меня фу-фу засыпало. Фу-фу. Фу-фу. Так. Бяка-бяка. Так. Что-то много железа, но у меня факела кончаются. Привет. Эй! Я испугалась. Настя, я обосралась. Заваляла. Это все мое, не трогай. Поняла, не трогай. Сейчас. Это мое. Кстати, меня уже... кстати, неплохо получается такая железная решетка. Красиво получается. Сейчас я тебе еще 35 металлов принесу. Ты его сразу в печку переплавляй. Угу. Тут его много вообще. Эй,
Кто меня там? Эй, где я? Так. Где нам я? Рельсы пригодятся? Нет. Ну, можно забрать. Короче, я домой. Ну, я могу забрать, если... можем какую-то ловушку сделать. Можем. Я домой. Курки. Все, что ли? А, вот еще немножко. Я... И на самом деле у нас почти хоть, ну как, еще нужно около стака. Нормально, и двери открытые. Еще бы нас спасли. Не умничай, Настюша. Нас уже еще не бы... тронут, нас уже ограбили один раз. Нас там уже... дверь открыта была. Это я открыл. Не, ну плевать, закрывать надо, чувак. Не умничай. Я столько заброшенных шахт нашел, а в них ничего нет. Тут, кстати, сейчас... уже арбузы выросли, довольно-таки много. Добывай и в сундук. Сейчас, все, я телепортируюсь. И продавать, добывать и продавать, все. Хватит. Кстати, тебе ребенок. Получается ее копировать. Да. Меня копируют. Меня копируют. Ёжик, ты где сейчас? Все, я не достроил дом, потому что мне не хватило железа. Ну смотрите, как будет выглядеть. А, ну сейчас я... полностью покрыт железом. И уже динамитные хрени, его будут трудно пробивать. А, ну сейчас я плавить поставлю металл. Может тебе понадобится сейчас. Сейчас я плавить поставлю металл. Это кто кого копирует, а? Это кто кого копирует, а? Бля-бля-бля, Бля-бля-бля. О, у тебя здесь с заборчиком прикольно так получилось. Дима, у тебя есть это меч? Да. А где динамит? Кто просрал? Иди сюда, тут шахта заброшенная. Кто просрал? Где... А, вот он нашел. Там в печке плавится я металл. Я попробую стрельнуть динамитной пушкой. А. Охренел. А ты где сейчас вообще? Я вообще дома. Ай, кто это там? В шахту пошел. Кто это в шахту пошел? Не знаю. Да. Не, это не я. Я поняла, кто. Не кто? Надо говорить. Кто? А кто еще? Проверю прочность. Ой, на шахту из первой серии вышел. А ты где сейчас? Что это? А я уже под домом, я просто тут место ставил. А, ну подожди меня, сейчас я поднимусь. Вообще, это, телепортируйся. Все, я пошла. А вот лесенка. Ой, сколько их много, я больше не могу. У нас яблоки есть, просто у меня много золота. Нормально так. Чувак, закрой дверь. Так, где? А, я еще не скрафтил. Где я? Я пока арбузики подобываю. Ребят, я буду стрелять по нашему дому, проверю. Ой. Прочность. О, это кто? О, давай, это ты, я да? Сейчас посмотрю. Подожди, чувак, сейчас я посмотрю. Так. Ой, надо лучше отойти, наверное. Ты где? Ёжик. Ёжик. Ой. Ты чё так пугаешь? Я думал, меня в шахте. Всё разрушилось, короче. Да, непрочно. Я ещё хорошо попал. Так. Надо застраивать. Но замшелый булыжник не пробил. А, ну, в принципе, это да. Хорошо. А кирпич он, походу, прочный. Булыжник вообще не прочный, нифига. Угу, естественно. Ну, в принципе, попадение 3 может выдержать. Угу. Самое главное. Сейчас я тебе железо принесу. Или в сундук положу. Паркурмастер! Ой. Издохла. Даже не мечтай. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Давайте сожгем этот вход. Давай. Дима горит. Настя горит. О, все, все. Я горю. Почему она? Фу. 2 хп, 2 хп, 1 хп. Все. Нормально. Либо тебе металл давать, или в сундук положить лучше. Чё ты там землёй перекрываешь, Данил? Это всё должно сгореть. Данил. А вот и сам сгорел. Все горят. Одна я тут ха... Блин. Где? Я не горю. Всем не срать. Кто-то железо выкидывает. В сундук скидывайте. Не мне.
Не мне. Не мне. Слышь, тебе сколько лет, этот мальчик маленький? Я не знаю, как тебя зовут, Дима, да? Максим. Да. Да не ты. А кого? Да. Меня? Ну ты, маль... Да. Дима. Тебе сколько лет? Двенадцать. Посмотри наш дом. Да. Еще раз, сколько? 12. А. Вы меня оставили. Сколько? 12 ему, блин. Чего вы переспрашиваете 50 раз подряд? Тебе 14, да? Чё? Тебе 14. Тебе 4... Да. Да, по голосу слышно. Ну, и видео. А еще. Ой, ой, горю. Тушите меня. А у нас удочка осталась. Вода, вода. Вода. А, блин, не успела добежать до воды. Надо как-то... Блин, опять горю. Гори. Гори в аду. Ад, не ты хочу. Пьян, гори в аду. Ад, ты пьян, иди домой. Смотрите, у нас уже двое здесь. Вот здесь один враг. Так, удача. Вот там второй враг. Два Димы. Вот вам два Димы. А железо. Вот здесь еще кто-то строился. Главное, дверь держать закрытой. Угу. Наш замок разломали динамитными пушками. Ну это ж ты. Это они бункеры поставили. Да. Давайте его тоже разломаем. Его ж не вот этот хлам. Вперед. Так еще вон там чуваки. Он запривачен. Еще... Учись. Еще там, видите? У нас динамит есть. Еще там. Хрень, видите? Чей-то верстак построенный. О, там где железо. Где это? Ну давай, разрушай. Паркурмастер. А тут ничего нет. Мне кажется, или это где-то слышал. Мне кажется, или это ловушка. Ладно, я просто так сказала. А там шахта. Лучше туда не падать. Да. Да это ловушка. Интересно, три динамита у меня получится запустить? Нет. Не надеюсь. Есть! Ничего не взорвалось. Ничего. Тройная пушка. Что там сделалось? Ничего? Пошлите туда, металл добудем. А, он взрывается только, когда мы находимся здесь, рядом. А, ля, они даже каньон заприватили. Да. А вот еще чуваки тут, смотрите. Вот тут что-то построили кто-то. Что, чувачка, где ты? Три камня поставил. Сам ты чувачка, тварь. Чувачка. Мы ж чуваки, ты чувачка. Чувачка. Чуть неправильно. Чувачуха. Все, я дома. Дома заткнись. Красиво. Так. Там шелый булыжник, там селый булыжник. У меня есть также булыжника замшелого. Чё? Так есть булыжника замшелого. Молодец. Ой. Ну что, давайте в шахту. Кому ты уже кыс-кыс-кыс-кыс-кыс? Кыс-кыс-кыс. Я иду. У нее бешенство мозга. Заткнись. Она тебя зовет. Я тебя сейчас убью. Бесишь меня. Кто это замшелым булыжником здесь заставил? Блин. Кто, что? Я кто же... тебя бесит? Ты вообще-то чувак. Не видишь? Да я хороший мальчик. Так. Знаешь, а он твоего возраста. Помогли. Ему 12. Ну, тебе тоже. Ты охренел, мне 14. Фу, он намного старше прям. Да. Старуха. Старуха. Уже старуха. Нормально. Тут старуха, знаете, кто, точнее, дед. Кто? Ну, старик. Ты. Да ёжику можно. А ну-ка, давайте ее из конференции удалим. Давайте. Нет. Так, а вот этому сколько? Данила или как тебя зовут? Дима и Данила. Какая тебе вообще разница, кому сколько лет тут? Просто. Ёжик знает. Я знаю. А мне, а я должна знать тоже. Сколько тебе лет? Где ты бегаешь, а? Алмазник, хренов. Он потерялся. Чувак. Ну сколько? Что-то так тихо стало.
Мы замуровываем двери, дорогие друзья. Все. Мы в бункере. Ну, только мы застряли с Настей. Ой, вы офигели. И заканчиваем серию. Так что, дорогие друзья, а меня впустите. Впустите, пожалуйста. А, не пустим. А ну, отойди, дай. Закрой дверь, уйди. Иди сюда. Дорогие друзья, всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Турбоёжик и друзья. Всем пока. Пока. Настя. Пока. Пока. С тебя Бу. Какой Бу? Давай. Нет. Бу. Бу скажи. Нет. Ну ладно тогда. Давай ты скажи, Даниил. Кыш отсюда, Настя, кыш. Пусть Даниил говорит. Да я скажу. Давай. Ня-бу. Он даже лучше тебя говорит. Я в начале видео говорил. У него голос как у девочки маленькой. Ой, вы надоели. Что это? Это финал. Ну что, теперь опять строится, да? Финал. Да не, мы еще построимся. Конец, точнее. Не, у меня вообще не такой голос в жизни. Хотели бы? Вот вам бу. О, арбузик. Опа. У меня ж бухло есть. У меня бухло. У нас арбузиков вообще много. А серия кончилась? Да, все. У нас так. Да? Я типа больше не записываю. А чё? А мы сегодня будем еще снимать? Нет. Нет, ты что? Я устала. Она устала. Би-би-би. Еще сейчас вчера будет серия или нет? Да нет, сказали. Нет, слушать. Надо. Ты не умеешь там уметь слушать. Да, глаза болят. У меня все болит. Ну все, дорогие друзья, пока-пока.